неприятно. Опять опоздали. У меня столько занятий, то есть уборки. Да и твой муж ждет тебя дома. Думаю, я очень счастливая женщина. Как продвигается учеба? Не говори об этом при других. А что за проблема? У тебя есть лицензия пилота и хорошая работа. Не знаю, смогу ли я такого добиться, поэтому не говори об этом при других. Не хочу, чтобы они знали, как это для меня важно. Я могу тебе помочь. Вспомни Сингапур. Мы тогда хорошо провели время. Это было так давно. Знаешь, пошли со мной, я покажу тебе панель управления.